Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть Акбарс» и студии «Байер» представляют. Команда «Акбарс» в матчах регулярного сезона континентальной хоккейной лиги 2012-2013 года. Все значимые моменты поединков «Акбарса» в репортажах программы «Видеоспорт» и сегодня в выпуске «Домашние сражения «Акбарса» против «Льва», «Слована» и «ЦСКА». 100 дней работы главного тренера Валерия Белова и специальное интервью нашей программы. Выезд по маршруту Новосибирск, Новокузнецк, Хабаровск. Как это было? Октябрь 2012 года болельщики «Акбарса» уже окрестили тяжелым. Да, по сравнению с сентябрем, команде тяжелее стали даваться турнирные очки. Да и с недобором заметным тех же очков ведется хоккейная работа. Очевидно, в первых четырех встречах октября в актив упало только 3 очка из 12 возможных. Маловато, даже несмотря на то, что соперники в тех матчах были принципиальны и сильны. 3 домашние игры середины месяца в какой-то степени должны были ответить на вопрос, есть ли место игровому кризису в команде или все неудачи стечения обстоятельств. Пражский «Лев» предстал перед полупустыми трибунами «Татнефть-арены» довольно неробкой командой. И первая шайба в том матче была заброшена гостями в равных составах, и на перерыв соперники отправились с преимуществом гостей. Ответная шайба «Акбарса» тоже стала результатом затяжной массированной атаки. Янни Песанин разрядил обстановку на 26-й минуте. 1-1. Не сказать, чтобы «Акбарс» после этого создал кучу реальных моментов у чешских ворот, но один из них в численном большинстве реализовал Ника Капель. Вратарь парировал бросок Никулина, но с подкидышем Капелина уже не справится. Счет 2-1 вполне мог стать итоговым в той игре. Но из ничего буквально на 55-й минуте Якуб Клепеш смастерил вторую шайбу «Льва» в ворота Константина Барулина, и на горизонте у «Акбарса» забрежила очередная перспектива с разделом очков. Особо настойчиво этого не хотелось Константину Корнееву и Артему Лукоянову. За 18 секунд до сирены Корнеев здорово бросил, но шайба только по ленточке ворот покатилась, не зафиксированная голкипером. Голевую же траекторию ей своевременно дал Лукоян. Попытка «Льва» отыграться за 18 секунд закончилась еще одной пропущенной шайбой. Денис Абдулин послал снаряд в пустые ворота противника. Впервые в октябре «Акбарс» побеждает в основное время, зарабатывая 3 очка, что называется, на флажке. На братиславский «Слован» вечером 15 октября захотели посмотреть 3090 зрителей Казани. Это треть от аудитории, способной принять «Татнефть-арену». К сожалению, в текущем чемпионате такая посещаемость – норма для хоккейной столицы. Бог с ним, со «Слованом», но «Акбарс»-то поддержать пришли те же 3090 зрителей. Без болельщиков на трибунах сложно команде. Вот и пришлось по ходу трех периодов хозяевам догонять гостей в счет. Причем, если на первую словацкую шайбу ответ нашелся относительно быстро, пусть и неожиданно достаточно, ярко Имманин, 17-я минута, 1-1 в меньшинстве, то на вторую реабилитацию «Акбарс» подобился только на 57-й минуте игры. Правда, сделали гол Песанин, Имманин и Обухов из разряда топовых. Браво! Но этим, собственно, результативность игроков «Акбарса» в той игре и ограничил. Вдобавок ко всему, еще и тяжело раненым с поля был увезен нападающий «Акбарса» Денис Абдулин. Так что «Акбарс» потерял не только очки, сыграв в ничью со «Слованом» 2-2 в основное и дополнительное время матча, но и потерял весьма дееспособную игровую единицу. В серии послематчевых буллитов героем Словакии стал капитан «Слована» Мирослав Шатан. На его счету 2 реализованных попытки, и его команда увозит из Казани 2 очка. «Акбарс» в третий раз в этом сезоне проигрывает буллитную серию. Сейчас мотивация и команда не нуждается. Нам нужны очки, чтобы подняться выше в турнирной таблице. В общем-то, и найти свою игру. Но, к сожалению, сегодня не получилось. Но я думаю, что у нас и победа впереди. Шесть тысяч болельщиков на игре «Акбарса» против ЦСКА, который разгромил туром ранее в Уфе «Слават Юлаев», конечно же, не аншлаг. Но ладно хоть так. Все-таки Павел Дацук заинтересовал хоккейную казанскую аудиторию больше, чем те же Шатан или Хара. Хотя в тот вечер было посмотреть на что, и не только в исполнении звездного центрфорварда. Зарипов вернулся.
Пропустивший несколько игр команды, Данис Зарипов сыграл против ЦСКА с привычными партнерами Морозовым и Капаниным. И все трое поучаствовали в голевой комбинации на третьей минуте первого периода. Зарипов завершал результативно. Вряд ли можно сказать, что Акбарс имел по ходу периода преимущество, но в реализации моментов преуспел именно он. 16-я минута. Дмитрий Обухов, Янни Песанин и Ярко Имманин во второй раз зажигают красный свет за воротами Ильи Брызгала. В оставшееся время первой 20 минутки Акбарс скорее мог увеличить преимущество, но чуть-чуть не срослось, не получилось. Начиная со второго периода картина на площадке меняется. ЦСКА заметно прибавляет в движении, и Акбарс частенько начинает ошибаться. Однако первая ответная шайба армейцев стала плодом усилий индивидуально. Михаил Гробовский исполнил снайперский бросок в ближний угол ворот Барулина на 35-й минуте игры. Но большего во втором периоде ЦСКА не добился. Начало третьей 20-минутки снова за армейцами, и в численном большинстве гости добиваются паритета в счете. Одиозный Александр Радулов забрасывает Константину Барулину с пятачка, и психологическое преимущество теперь уже точно полностью на стороне гостей. Но Акбарс, вопреки ожиданиям, проснулся и рубанул, что называется, с плеча. На 51-й минуте Данис Зарипов подкараулил ошибку соперника в его зоне и все решил единолично. 3-2. А через минуту и 20 секунд атакующая бригада Обухов, Имманин, Песанин подтвердила, что находится в отличном голевом тонусе. 4-2. Для ЦСКА это были удары ниже пояса. Ну, сегодня болельщика было больше, поддержка больше. Это сильно отражено. Да, это не сильно, но просто сегодня такой настрой, и хотели себя проявить. Хорошая команда, проверить свои силы. Со Слованом тоже пытались, но не засушили игру, так как это вялая игра получилась. Не смогли по ходу игры пристроиться. Даже когда все это ведешь, никогда не уверен, что ты выиграешь игру. Но все-таки мы играли до конца, и хорошо, что забили, потом увеличили разрыв, потому что у них хорошее нападение, есть игроки, которые могут забить. И играли с первой до последней минуты. К концовке вернуться в игру у подопечных Брагина не получилось. Янни Песанин еще и в пустые ворота шайбу отправил. Пятую. Так что характер-то у команды Валерия Белова есть. И матч с центральным спортивным клубом «Армии» из Москвы это подтвердит. Самый территориально далекий выездной рабочий вояж сезона Акбарс начинал матчем против Сибири в Новосибирске. Под руководством хорошо известного в Казани Дмитрия Квартального Сибирь по осени 2012 года один из лидеров восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Так что легкой прогулки на льду переполненной арены в Новосибирске команда Валерия Белова не ждала. Первые 5 минут игры показали, что Сибирь не будет исполнять лихого всадника, а сыграет в контратакующий хоккей. Акбарс не забросил быструю шайбу, хотя и захватил территорию противника. Но на 7-й минуте первого периода оружие сибиряков взяло да и выстрелило в яблочко. Причем, каким образом на пятачке перед воротами Барулина оказался одинокий Александр Никулин, было непонятно многим игрокам Акбарса. Но Никулин своим шансом воспользовался на 100% эффективно. Рассуждать о том, что Барулин мог бы в той ситуации спасти команду, наверное, не стоит, потому как голкипер делал все возможное, но расстрел с 3 метров в ворот вратаря был смертельный. Успех в атаке не изменил тактику команды Дмитрия Квартального. Все основные силы и все внимание было сосредоточено на обороне ворот, в которых трудился неустанно Гайдученко. Ну а если была возможность контратаковать, так эти контратаки в исполнении Сибири были довольно опасными. Барулин демонстрировал свое мастерство. 1-0. С таким счетом команды отправились на первый перерыв в игре. Гайдученко действительно мог быть собой доволен. А вот настроение у нападающих Акбарса было наверняка не очень, потому как и моментов-то особо опасных в первом периоде создано было немного, но и те, что создали, не реализовали. Во втором периоде уверенность, что Акбарс все изменит, была довольно высокого уровня, потому как постоянно в зоне соперника находились игроки команды Валерия Белова. Но с той же постоянностью ворота за плечами Гайдученко все съезжали и съезжали со своих посадочных мест. Об этом был обстоятельный разговор Алексея Морозова и Ильи Никулина с арбитрами матча. Действительно, команда проигрывает, хочет восстановить равновесие в счете или переломить игру, но технические нюансы не в пользу казанских хоккеистов. Равно как и
Невынужденные ошибки, в частности, удаления, зарабатываемые игроками из Казани на ровном, что называется, месте. И вот уже приходится обороняться всеми возможными и невозможными способами у своих ворот. А в такие моменты рассчитывать перехватить инициативу, наверное, не стоит. Хотя именно во втором периоде оборона Акбарса сыграла сверхнадежно, как и в равных составах, так и в численном меньшинстве. А когда сзади все в порядке и впереди может получиться, Алексей Морозов на 38-й минуте игры отправил таки шайбу в ворота Новосибирской Сибири. Сначала показалось, что шайба, отправленная Морозом, была скорректирована Данисом Зариповым, но Зарипов тут же признался, что шайба в воротах Сергея Гайдученко оказалась после рикошета от клюшки защитника команды из Новосибирска. 1-1. Алексей Морозов записывает на свой счет 999-е результативное очко. Причем каждое третье, по сути, результативное очко было заработано Алексеем Морозовым, капитаном казанского Акбарса, в матчах континентальной хоккейной лиги. А уже в следующей смене Алексей Морозов вполне мог заработать и тысячное очко, если бы шайба прошла в ворота Гайдученко после комбинации Морозов-Корнеев-Зарип. Не срослось, а на второй перерыв команды ушли с ничьей, хотя шайба в самой концовке, на последней секунде второго периода, могла оказаться в воротах Константина Барулина после рикошета от конька Ярко Иммлина. И все-таки этот эпизод оказался определенно пророческим. В третьем периоде шайба выбрала именно казанские ворота для своих точных траекторий. 45-я минута. Сутолок у ворот Акбарса, и первым шайбу на крюк кладет Антон Малышев, а с крюка уже его бросок отправляет шайбу в паутинку ворот Константина Барулина. Радуется 8 тысяч болельщиков Новосибирской Сибири, а Акбарс так и не находит результативных подходов к воротам Сергея Гайдученко. А когда на 56-й минуте Кривоножкин забрасывает и третью шайбу в ворота Барулина, становится все понятно. Сегодня праздник у сибирских поклонников хоккея шайбы. Матч «Сибирь-Акбарс» случился на рубеже 100-дневного пребывания на посту главного тренера «Акбарса» Валерия Белова. Конечно, Белов не президент страны и не обязан отчитываться за свою 100-дневку, но от комментариев о проделанной работе за этот период, несмотря на отрицательный результат в игре, Валерий Белов не отказался. Самое главное, что на начальном этапе, в общем, то, что хотелось, в принципе, мы считаем тренерский штаб, в целом получилось. В общем-то, вернули тех людей, нам дали, благодаря руководству, вернуть тех людей, сохранить и вернуть тех, кого мы хотели, кого мы считаем, что должны вписаться и в эту систему, и, в общем, давать результат. Вот. Поэтому сама обстановка в этом плане хорошая. Есть взаимопонимание с ребятами, это самое главное. Единственное, конечно, что на данном этапе мы еще, наверное, не смогли стабилизировать игру. Хотя, конечно, не очень много времени прошло, но тем не менее. Поэтому с сильными соперниками там у себя дома играем и с хорошим настроем, и даже появляется кураж, и организованно, и чередуем игры по организации, в общем, к которым нет претензий, а вот по настрою, по самоотдаче такой запредельной не все получается. И отсюда, в общем-то, победы чередуем с поражениями. Вот в этом плане работаем. В принципе, к ребятам по работе нет претензий, и мы надеемся, что это должно стабилизироваться. И тогда, в общем-то, на такие главные стыковые игры будет запредельная отдача, вот, самоотдача. И на те игры, которые мы, в принципе, просто на тех соперников, которые должны обыгрывать на классе, вот, с меньшими энергозатратами, вот, мы хотим вот этого добиться. Хотя вот на старте чемпионата показывает, что соперники выравниваются. Во всяком случае, в начале чемпионата все очень самоотверженно играют. Вот это как раз пример вот этих команд нашего выезда. Это Новосибирск, Новокузнецк. Хабаровск, может быть, меньше очков там набрал, но, тем не менее, воюет каждую игру.
Об этом сегодня, кстати, говорили с ребятами. Взаимопонимание есть, поэтому мы надеемся, что в этом плане ситуация стабилизируется. Новокузнецкий «Металлург» в октябре 2012-го – одна из самых результативных команд лиги. Перед матчем с «Акбарсом» «Металлурги» дома одержали победу над «Нефтехимиком» и «Салаватом» Юлаевым, отправив в ворота соперников 9 шайб. Так что, когда уже на первой минуте матча случилось Артему Лукоянову отправиться на скамейку штрафников, стало тревожно. Тревога оказалась не напрасной. Численное большинство хозяева реализовали благодаря точному броску от синей линии защитника Брента Сопела. Константин Барулин даже не видел момента броска, но и партнеры не помешали шайбе достичь створа ворот, что для вратаря было, конечно же, неприятно. Неприятно, да? Последнее время почему-то залетают какие-то шайбы непонятные. Будем перебарывать себя и пытаться поймать все остальное. Я не обижаюсь на ребят, мы одна команда, одно дело делаем. Единственное, я расстраиваюсь после пропущенных шайб, да. В игре это, ну, не анализирую, стараюсь забыть сразу, а после игры смотрю видео, делаем анализ. Особому анализу наверняка подвергается игра в численном большинстве игроков «Акбарс». Слабейшая результативность за последние годы пока бич команды. И это все понимают, ведь даже одна шайба, заброшенная по ходу любой игры в неравных составах, может многое изменить. Значит, страдает общий результат. По ходу первого периода и в большинстве в том числе показалось, что партнеры старались еще и личный результат Алексея Морозова довести до юбилейного побыстрее. Хотя сам обладатель на тот момент 999 результативных очков в карьере это отрицает. Да нет, за этим никто не гнался, и многие ребята даже не знали, вчера после игры только узнали. Я не знаю, но я не в курсе был. Может быть, и ребята тоже не в курсе были. Все может быть. В любом случае, в первой 20 минутке отличиться Морозову и партнерам не удалось. В дебюте второго вроде бы начали в атакующем ключе, но самый опасный момент возник все-таки у ворот Константина Барулина. Едва шайба не угодила в сетку пустых ворот голкипера, когда проморгали подключение к атаке Алексея Ефимова. Из наиболее реальных моментов, созданных у ворот новокузнецкого «Металлурга», отметим момент, который создали Артем Лукоянов и Кирилл Петров. Последним шайбу пытался протолкнуть в ворота Тайсона Секс-Смита Лукоянов, но не получилось. Вратарь сыграл надежно, ну а потом начались большие неприятности у «Акбарса». В частности, втроем остаются игроки команды Валерия Белова на площадке, но выдерживают натиск хозяев льда. И жестко побиться в эти минуты пришлось не только полевым игрокам, но и вратарю. Одним из антигероев встречи стал Кристофер Саймон. Нет, он не продемонстрировал свои бойцовские качества, а просто в разговоре с арбитром встречи использовал ненормативную лексику и нехорошие жесты, за что был отправлен в раздевалку. Так что на третий период встречи команда Анатолия Емелина вышла без одного из нападающих. Время шло, на табло было преимущество новокузнецкого «Металлурга» в одну шайбу. 1-0. Таким счет продержался до 44-й минуты. Когда Константин Корнеев подключился к атакующим действиям своих партнеров в численном большинстве и дождался своего шанса, со второй попытки шайба отправлена в ворота новокузнеча. Причем для Константина Корнеева в этом сезоне это уже не первая решающая многое шайба. А вот и вторая шайба в воротах новокузнецкого «Металлурга», причем забросил-то ее не кто-нибудь, а тот самый Алексей Морозов, которому до тысячного юбилея результативности в своей карьере оставалось сделать один шаг. И этот шаг был сделан на 46-й минуте игры «Металлург-Новокузнецк-Акбарс-Казань». Арбитрам пришлось просить новую шайбу, потому как ту, которая залетела в сетку ворот «Металлурга», Морозов взял на память тебе. Интересно, считает ли капитан их? Нет, не считаю. Ну, многие не взял, разные там шайбы 200-й была. У меня точно нету. Ну, есть первая, помню, НХЛ-овская, есть первая в России. И вот тысячная. Тут помню, хэт-трик есть и в Америке. А в принципе сам и не гнался, потому что знал в этом году. Вступлю, оставалось совсем немножко, просто когда это произойдет, никто не знал. Но произошло это вчера, и хорошо, дальше будут уже новые цели, новые задачи.
Но локальной задачей в том матче было выстоять до конца и сохранить преимущество в одну шайбу на табло. Речи не велось о развитии успеха, о заброшенных новых шайбах, потому как в концовке встречи Акбарс много удалялся и играл в численном меньшинстве. Отсюда и нервная концовка для всех, кто в тот вечер в Новокузнецке переживал за казанский Акбарс. Металлург старался уйти от поражения, перевести игру хотя бы в овертайм. Голкипер досматривал матч со скамейки запасных, но шайба сетку ворот Константина Барулина больше в тот вечер не потревожил. 2-1 победа казанского Акбарса в Новокузнецке, победа и 3 результативных очка в актив команды. Победа в игре непростой, победа трудная и оттого особенно приятная. Лучшим в составе Акбарса новокузнечане признали голкипера Константина Барулина. Перед выездом в далекий Хабаровск уверенная игра вратаря – залог успеха. Удачи, братаны! И в Хабаровске Акбарс играл при полных трибунах. И как иначе, ведь в предыдущем матче Амур разгромил на своей площадке Салават Юлаев. Болельщик дальневосточный теперь жаждал расправы над Акбарсом. Кстати, игра «Амур-Акбарс» состоялась в день празднования святейшего для мусульман праздника Курбан-Байрам. И это не могло не послужить дополнительным стимулом для татарстанцев. Начало матча констатировало полнейшее преимущество команды Валерия Белова. Впору было предполагать разгром «Амура». И первая шайба, отправленная в ворота хозяев на 3-й минуте игры в численном большинстве, была логичным итогом. Медведев стрельнул в штангу, и Манин добил. Развить успех вполне могли казанцы уже в следующей смене, в равных составах. Но игра еще раз доказала, что предполагать можно все, что угодно. Но наверняка нереально. То, что Акбарс заработает 4 двухминутных штрафа подряд и в страшном сне болельщикам не могло присниться. Однако это случилось. Из первых 13 минут игры Акбарс 8 оборонялся вчетвером. Эти удаления, несомненно, сломали игру казанскому Акбарсу, ну а Амур, наоборот, вернули в ту самую игру. 11-я минута. Александр Осипов. 1-1. И это было третье подряд численное преимущество хабаровчан. Не успели трибуны обсудить детали произошедшего, как пришлось снова вставать со своих мест. Игорь Ажиганов использует четвертое подряд численное преимущество для своей команды. На табло 12 минут и 20 секунд, сыгранных в матче. Однако уйти с преимуществом в счете на первый перерыв хабаровчане все-таки не смогли. Не смогли, потому что Алексей Терещенко, Артем Лукоянов и Кирилл Петров показали наглядно, как нужно контратаковать комбинационно и результативно. Так что болельщики в первом перерыве только и рассуждали, какой будет итоговый счет этого поединка. И они тоже не могли предположить, что 4 шайбы, которые соперники забросили друг другу по ходу первого периода, окажутся итогом и основного, и дополнительного времени матча. Голевых моментов было создано предостаточно. Акбарс усилиями первого атакующего звена мог вполне решить исход поединка еще и в основное время игры. Но Данис Зарипов, Ника Капанин и Алексей Морозов, прям скажем, пощадили противника. Ну а в самой концовке арбитры пощадили Акбарс. Действия Константина Барулина против Якуба Петружалика выглядели достойными удаления вратаря. Ну, видимо, вынудил так действовать голкипера нападающий. А то он и нападающий. Так что кому достанутся 2 турнирных очка, а кому одно, решали послематчевые булиты. Янни Пессанен сорвал аплодисменты трибун хабаровского стадиона, потому что не забросил Алексею Мурыгину, но и капитан хабаровчан Дмитрий Тарасов не переиграл Константина Барулина. В свою очередь капитан Акбарса не оставил шансов Мурыгину, точно бросив правый нижний угол его ворот. 1-0, Акбарс имеет преимущество, и Константин Барулин это преимущество укрепляет отраженным вторым булитом. Данис Зарипов, конечно же, не входит в число лучших булитеров континентальной хоккейной лиги. Вот и в Хабаровске даже в честь праздничка не удалось поразить ворот соперника. Но, как заметил видеооператор Акбарса Марс Кельдеев, мусульмане в праздник никого не обижают. Но и себя в обиду не дают, конечно же.
Константин Барулин. 3 отраженных булита, и Акбарс увозит из Хабаровска 2 очка. До первого большого перерыва в чемпионате Акбарс сыграет 3 матча на льду Татнефть-арены. Соперники – Атлант, Локомотив и Торпедо. Чтобы сохранить статус одного из лидеров лиги, Акбарсу нужно побеждать. Болельщик, помоги команде одержать победы. Поболей за наших с трибун стадиона и отдай частичку себя достижению общей цели. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем победы!